Итак, друзья, продолжается наш спортивный день. И сейчас на площадке команды в зеленой форме Татнефти. Соперники Комос играет в красно-белой форме. Татнефть сегодня на площадку уже выходила, уступила спецсвязи в достаточно плотной, интересной борьбе. Тогда спецсвязь, ну, прямо скажем, с трудом выиграла со счетом 3-2. Комос проводил матч против Связно. В этом поединке набрал 3 очка. И мы уже говорили о том, что Комос благодаря им набирает сейчас 17 баллов. То есть там будет делить третью строчку вместе с командой Интеррао и с командой Сбербанк России. Татнефть. Ну вот здесь на третью позицию уже им уже у них не получится выйти. Но можно попробовать обогнать, по крайней мере, Мосэнергосбыт. То есть побороться за шестую строчку. Для этого нужно выигрывать. Нужно выигрывать. Мосэнергосбыт там будет непростой весьма календарь. Встреча с РФК, с Интеррао и со Сбербанком. Ну, то есть вообще такому календарю никто не позавидует. Так что все реально. Команды еще сохранили шанс на то, чтобы подняться выше, поэтому встреча будет носить достаточно принципиальный характер. Ну, много сегодня 10-му номеру достается по ногам, рубит его все, кто хотят, и те, кто просто мимо пробегают. Я думаю, что нарушения, может быть, даже и карточки в этом матче будут. Щукин с мячом. Один из главных модераторов атак. Именно он доставляет обычно мячи на Низамова и на того, кто является его партнером там, в зависимости от собирающегося состава. Да, потери есть большие кадровые в составе и тех, и у других. Но, может быть, у Татнефти поменьше. Но вот вратарь отсутствует штатный. Та же самая ситуация и у Комуса. Усманова нету. Но вот он сейчас занимается параллельно многими вещами. Как мне сказали, находится вообще в Казани. Там у него работа, поэтому его появление будет скорее исключением, чем правилом. Комус продолжает подключать вратаря. Как мне кажется, необоснованно, потому что игра через него практически не идет. Те мячи, которые Комус забивал, они залетали без участия вратаря абсолютно. Но Комус не настолько хорошо контролирует мяч, чтобы себе такое позволять. И вот лишнее тому доказательство. Сейчас не просочился снаряд среди ног футболистов, но это долго продолжаться не будет. В прошлом матче против Связного там 2 удара были по пустым воротам, и рядом со штангой мяч пролетал. В общем, не знаю, мне кажется, что неверная избранная тактика. Ну, мне тоже так кажется, потому что ситуация для Комуса сейчас очень благоприятная. Потому что, смотри, команда перед этим туром отставала от бронзы на 3 очка. Первую победу Комус уже одержал. Сейчас играет с соперником, который, ну, в общем-то, особой турнирной мотивации не имеет. Не имеет идеального состава. То есть, где можно элементарно набирать 3 очка. И последняя встреча уже с чемпионом, который, как мы обсуждали, вполне допускает, там, даст возможность поиграть резервному составу. А у тех, кто перед ними, РФК, Сбер и Интеррао, однокруговой турнир между собой. Там, как говорится, народ будет терять очки, как сказал, в массовом порядке. И поэтому здесь вот надо было просто такое, ребятам, аккуратно брать свои очки. Может быть, даже, как говорится, особо не спешить использовать, что ребят потехничнее. А вот мы видим, что на 4-й минуте пропускают контратаку 2-1 игроков команды Татнефти Комус. И тем самым всерьез усложняет себе... Ой-ой-ой, ну вот. Да. Да. Ну, вот это, наверное, как говорится, вратарский гол. Я, честно говоря, на своей памяти давно не видел, но доводилось, как говорится, видеть такие комбинации, особенно после взять ворота или в начале игры. Когда утрачена концентрация вратарем команды соперников. Ну что же, по крайней мере, Комус сравнял счет.
И вот сейчас хлёсткий удар. Короче говоря, сейчас, коли у нас все начинается с нуля, я бы посоветовал ребятам в красно-белой форме спокойно взять за дело. Даже, ну, не перебегай к помощи вратаря. Они своей полевой четверкой там без проблем пару мячей должны забить. Ну вот сейчас очень характерный был момент, Андрей, прости, что тебя прервал, просто нельзя об этом было не сказать. Разыгрываются угловой, вратарь пошел даже не на центр поля, а на центр и сместился к углу. При этом игрок, который вводит угловой, он бросает его туда, в гущу на пятачок. Ну то есть вероятность того, что будет потеря мяча и перехват от нефти, это даже не 50 на самом деле процентов. То есть здесь надо либо уж тогда делать передачу на вратаря, либо вратарю показывать: уходи, я тебе давать пас не буду. При том, что голкипер все равно на себя ни одного защитника не вытаскивал. В общем, ну, игра Комуса штука оригинальная, иногда очень необычная. Я бы сказал, что команде везет просто как никому. Никому так не везет, как Комусу. Уж я не пытаюсь как-то у них, что называется, там славу отнять или принизить их достижения, но это так. А вот сейчас они забили гол, логично. И опять без участия вратаря, кстати, что тоже нельзя не отметить. Да. Как там у нас это в пословице: пусть сапоги точит сапожник, а пироги печет пирожник. Каждый должен заниматься своим делом. Там, как говорится, и без тебя забьют. Вот. Ясно, ситуация была, когда команда там закрепилась на 5.5 месте. А здесь, я серьезно говорю, у Комуса, ну, на серебро-то сложно. Там все-таки отставание такое приличное было. Но бронза, она более чем реальна. Да, в общем, будем ждать. При том, что чемпион известен, у нас интрига все равно закручена лихо. Там за серебро, бронзу бои будут просто невероятные. Вот сейчас снова чуть не потерял мяч Комус. И поздновато вратарь начинает стартовать, когда уже вот прям маячит вот эта потеря мяча, он на позиции своей остается. Татнефть сейчас будет раскрываться. При всем при этом раскрываться будет обязательно, поэтому... Но у Комуса будет все больше моментов именно на контратаках. Ну, ладно, критиковать может каждый, победителей не судят, и так далее, и так далее, и так далее. Но надо же нам эти моменты пообсуждать. Еще одна потеря мяча от нефти. 3-1 становится счет в пользу Комуса. Ну, по такой игре Татнефти будет отыграться очень и очень тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Ну и, конечно, любопытно будет встреча Комуса против спецсвязи. Я так думаю, что спецсвязь сразу будет выпускать вторую, третью четверку. И появление Холодкова, Антипова, там, Пискунова и Строганова, мне кажется, в одной четверке вообще не будет. Ох, сейчас какая потеря мяча, и вернулся голкипер. Повезло, успел. Перязев с мячом. Щукин. Снова заброс на Перязева, но здесь чуть не проспали ты его. На пятачке как раз. Ох, здорово в падении носком бил нападающий комусовцев. Знаешь, а вот сейчас интересная ситуация, как я специально залез посмотреть, меня просто интересовала ситуация с предупреждениями о Лазаренко, и не будем предварять события, но... Ситуация с как раз и с Татнефти. У них, у Щукина было 3 предупреждения, и он, по идее, должен был благополучно отсидеть игру со спецсвязью. Так что, конечно, понятно, что на положение это не повлияет. Это может там убавить бомбардирский счет у Холодкова вместо 3-2, 3-0. Но как бы то ни было, вопрос к мировому сообществу остается. Будем потом это смотреть, обсуждать эту тему. Да, да. Тут все, статистика абсолютно правильна. Она не врет. Ну... Что это у нас? Ну да, в таблице это у нас абсолютно ничего не меняет. Только да, Холодкову может быть обидно. Но с другой стороны, ну или Погорелого там, тому, кто забивал. Ну, спецсвязь, зато интереснее играть было.
Щукиным. Ох, еще один гол тут такой полуфартовый. Вылетает 4-1. Ну что ж, у нас сейчас истекает время, отведенное на первый тайм. После этого будет второй. Так что давайте ждать. А сейчас будем, ну вот, обсуждать еще, наверное, момент со статистикой. Ну что ж, у нас продолжается второй тайм. 4-1. Комус обыгрывает Татнефть. И, ну, конечно, чем дальше в лес, тем очевиднее победа красно-белых становится. Неплохо они играют. Но вот единственное опасно, что продолжает вратарь все выходить дальше и дальше от своих ворот. Я думаю, что пора уже Татнефти наказывать их за такую расслабленность. Вот здесь повезло, что Низамов успел на подбор. В противном случае контратака бы получилась у Комуса. Щукин здорово там накрутил. Правда, по-моему, по ногам получил параллельно. Снова вернули ему мяч. И надо, да, напрашивалась передача на Грановского. Что дальше? Не хватает последнего паса Татнефти. Ну, вот здесь вроде бы сделали, правда. Прервал Локтев, если не ошибаюсь, это был... Ух, в перекладину мяч попал, и на добивание Комус делает счет 5-1. Че, пас, конечно, касания никого не было. Да, ну что ж, мы пророчили, что Татнефть поймает Комус на выходе вратаря. Получилась ситуация диаметрально противоположная. Но, правда, здесь подключение вратаря более обоснованно. Татнефти нужно было рисковать. Ну, я вот что хочу сказать, вот действительно веселая такая интересная игра. Посмотри, у нас сколько игр, большое количество забитых мячей, открытый футбол. С чем это связано? Что у нас, вот, ну, скажем так, в утренней сессии, как любят говорить, у нас картина такова, что нет матчей, где обе команды за что-то реально борются. Так или иначе, либо команды совершенно спокойно обе за свои места в турнирной таблице, либо мотивирована одна из команд. Вот поэтому у нас действительно четвертую, по-моему, игру мы наблюдаем такой веселый, живой, интересный футбол. И я вот так смотрю дальше вот по расписанию, но по хорошему счету вот до вскубковой встречи связной Татнефть у нас здесь будет такой, скажем так, затишье. А вот с обеда начнется уже, как говорят, заруба. И да, там, вот как говорится, для судей, для болельщиков ни секунды нельзя терять концентрации. Да, в общем, с каждым новым матчем будет все интереснее и интереснее. Но еще 7 минут в этом поединке предстоит командам провести. Ну, вот момент у Комуса. Интересно, на чем поскользнулся сейчас нападающий. Ну, ладно. Может быть, силы его оставили, Комус. Он сегодня играет. Но Низамов очень красиво забил. Великолепно. Ну, вот можно за Айдара порадоваться. Низамов, он всегда, наверное, самый мотивированный в составе Татнефти. И всегда приезжает на матчи. Несмотря ни на что, ни на работу, ни на травмы. Всегда в первых рядах нефтяников. Татнефть индивидуально, команда великолепная. Ну, потому что, вот, посмотрите на состав. Что не человек, то, ну, настоящий герой. Щукин с его колоссальным опытом, классным отбором, пасом. Низамов, человек, который моменты решает. Практически всегда Усманов, тоже человек, дриблинг Грановский с его изяществом, легкостью.
Ну и все остальные, никого тут не хочу обидеть, просто если всех, абсолютно всех разбирать, тут времени не хватит. Поэтому Татнефти всегда не хватает состава. Вот сколько я уже наблюдаю игру Татнефти? Очень-очень много лет. Практически столько же, сколько комментирую футбол. И проблема всегда остается. Я, честно говоря, не могу понять. Вот, Андрей, может быть, ты прояснишь, как человек, который находится внутри команды. Но тем временем, кстати, счет становится 3-5. Здесь еще можно за что-то побороться. Отставание в 2 мяча, 5 минут впереди. Так вот, где же проблемы в селекции? Неужели настолько большая эта работа? Ну и расскажи вообще, как у вас тут дело проходит. Ну, что касается селекции, это вещь такая, скажем так, тонкая. Вот 5-4, кстати, тут уже так это... Да, ну что, никому не приходит на память матч 52-го года? Когда СССР, Югославия, Олимпиада в Хельсинки, из 1-5-5-5. Ну, здесь, да, там последний гол Бобров забил за 25 секунд до конца, после углового. Ну, что, посмотрим, что будет у нас сейчас. Ну, сейчас, давай, как говорится, да, давай, как говорится, тогда насчет селекции подождем, потому что у нас здесь очень интересно начинают разворачиваться события. Комус пошел все равно вперед всеми силами. Но, ну, действительно, команда решила не рисковать отсиживаться сзади, а сейчас в оставшееся время подержать мяч. Ну что? Перешли центр поля. Да, нельзя было давать вратарю. Комус на половине поля соперника. Перехват. Да, Щукин просто смял соперника. Да, там... Посмотрим. Ну вот сейчас наступает самый интересный момент. Как два в три. Комус, вот на этот раз Комус быстро вернулся назад. Аут. Расслабились. Да, мне кажется, действительно, вот ребята допустили ошибку в том плане, что стали предоставлять игрокам Татнефти простор. А по хорошему счету, вот Татнефть именно команда той категории, которая очень хорошо играет на свободном пространстве. Вот когда идет плотная игра, и нужно преодолевать бастионы соперника, особенно, что касается даже техничным игрокам, стартовать с места, ребятам сложно. Где есть простор и движение на скорости, вся тройка нападения Татнефти всегда играла просто великолепно. Но сейчас Грановский пропустил. Пропустил соперника. Вот, честно говоря, если бы сейчас случилось, гол бы был... Гол бы был на его совести, потому что надо было в таких ситуациях фалить. Один фол за 2 минуты до конца. Ну, может быть, не сообразил человек. Ну что же, посмотрим. В таком случае Бекхэм появился на поле у команды Татнефти под 69-м номером. Ну что же, будет это матч Бекхэма или как? Посмотрим. Вот теперь вот Татнефти, вратарь пошел вперед, ворот пустые. Но одному из защитников надо отходить назад в такой ситуации. Ну что, будут брать тайм-аут Татнефть? Нет. Не... Ну что, замена произошла, но не, так сказать, тут нельзя говорить о пятом полевом игроке. Угловой. Минута 45. Комус с мячом на половине поля соперника. Потеря. Так, ну же теперь, знаешь, как это вот в баскетболе считают атаки. Ну, время на 3 атаки вот от нефти есть. Но для этого надо идти вперед. Или нет. Вот старт с места. Вот как раз то, о чем говорили минуту назад. Теперь Комус с мячом на половине поля соперника. Нет. Потеря. Потеря. И зеленые пошли вперед. Вчетвером. У Комуса один игрок застрял. Но сейчас он может расставиться и успеть 4 в 3. Но... не день Бекхэма. Да. Так, Грановский появляется на поле. 56 секунд. Ну, на пару атак этого, так сказать, в формате 1 плюс 4 должно хватить. Здесь долго сложно держать мяч. Комус... Не спеда. Но сейчас народ спешить не будет. Войт из-за боковой. Ну, вратарю, наверное. Нет, вперед. Вперед. И удар по воротам. Вратарь.
что, судья показал, можно играть. Ну что же, еще 25 секунд до конца встречи. Комус вводит из-за боковой. Пошел отсчет времени, но вот за счет этого, кажется, еще 5 секунд выиграли. Да. Нет, не удалось пройти. И вот 3 в 1. 3 в 0. Выход. Да. Ну что же, 6-4, точка поставлена.